Весна начинает заявлять о себе. На ледовой переправе республиканского значения через реку Лену кангаласы и сотенцы вышла наледь. Со вчерашнего дня там ведут работы по обустройству объездного пути. Изменилась ли грузоподъемность зимника? Что делать водителям большегрузов? Об этом и не только в нашем следующем материале. Со слов экспертов, это вполне обычное явление, но в данном конкретном случае виноваты грунтовые воды. Нет, это не трещина во льду. Вон оттуда началось, видите? А ковшик здесь стоит и осела здесь. И каковы дальнейшие прогнозы? Ну, ждем, пока она замерзнет. Если не замерзнет, вот объездной путь есть. Движение по переправе не прекращается. На месте организовано дежурство спасателей, которые предупреждают водителей об опасности и помогают некоторым застрявшим легковушкам. А большим грузам бояться нечего. Уровень воды не превышает 10 сантиметров. На самой переправе грузоподъемность также не менялась. Здесь впервые наблюдаю такую наледь. Ну, надеюсь, скоро засыпят. Тем не менее, спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности, не допускать несанкционированных выездов на лед. Поэтапное снижение грузоподъемности на переправах начнется с 20-х чисел марта. Виталий Абрамов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Кангаласы.